Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. О том, что атмосфера в центре молодежного творчества самая что ни на есть творческая, говорит все. Кто-то распевается в коридорах, кто-то нервно готовится к выступлению, повторяя танцевальные шаги и текст песни. Кто-то уже на сцене работает в полную выкладку. Участие в финальном гала-концерте приняли 25 артистов, которые победили во время отборочных этапов. Конкурс традиционный, в школах к ним относятся очень серьезно, готовятся заблаговременно, тратят свое личное, свободное время, как дети, так и педагоги. Городской конкурс художественного творчества «Крылья» проводится уже в шестой раз в рамках республиканского конкурса «Молодые таланты Беларуси». Основная цель творческого состязания – поддержка и развитие творческого потенциала одаренной молодежи города в различных видах художественной деятельности. Многие ребята принимают участие в конкурсе уже не первый раз, поэтому могут оценить свои силы. Музыка мне нравится очень сильно, я давно занимаюсь, я люблю петь, люблю это делать, потому что у меня как это получается. Людям вроде нравится. Мне очень нравится петь, и я люблю это дело. И я очень готовилась к этому конкурсу усердно. Каждый день какие-то репетиции, надо тренировать голос. И вот я прошла финал. Ну, я очень надеюсь, что у меня получится. И я думаю, что все будет хорошо, и настраиваюсь на победу, что у меня все получится. Я уверена в себе. Жюри предстояло определить лучших из лучших. Для оценки конкурсантов выработаны основные критерии. Чистота и выразительность исполнения, артистизм и сценическая культура, качество фонограммы и соответствие композиции возрасту участника. Каждый исполнитель старался, чтобы именно его композиция осталась в сердце у гостей музыкального праздника. Эти ребята постоянно работают и совершенствуются, поэтому знают не понаслышке, что такое работать над собой. Ведь не существует такого понятия, как большой талант без огромной силы воли.